На Южном Урале на складе вспыхнул пожар. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности. Это видео снято недалеко от склада в промышленной зоне мяса. В МЧС сообщили, что вспыхнул ангар из профнастила, а внутри находился утеплитель. На место прибыло 5 пожарных подразделений, 24 человека. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Причина пожара выясняется, никто не пострадал.